Благоустройство территории вокруг будущей станции 4-го московского диаметра «Лесной городок» идет полным ходом. На сегодняшний день ремонтируют подход к платформе. Кроме того, в скором времени местным жителям и пассажирам будет доступна новая парковка на 100 машиномест. Планируют тут устройство парковочного места, машиноместа. Уже почти 50% сделана работа. Выемка грунта, отсыпка песком. Планируем до 20-го завершить работа в полном объеме. К концу августа объекты обещают сдать. Завершится ремонт дорожного полотна, появится разворотная площадка для общественного транспорта. К тому же до 6 метров увеличится ширина проезжей части. Для жителей это событие долгожданное. Дай бог, да побыстрее, чтобы все здесь сделали нормально все. Сейчас на объекте 20 рабочих и 17 единиц техники. По словам подрядчика, работы идут по графику. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».